Всем привет! Сегодня шью прихватку-варежку. Понадобится 3 слоя ткани для стежки. Это будет у нас верх варежки. И понадобится ткань для подкладки. Для простежки я взяла верхняя лицевая у меня хлопок в горошек, наполнитель ватин и изнаночная ткань. Ткани лучше выбирать натуральные, лен или хлопок. Наполнитель ватин, но никак не синтепон или другие синтетические ткани, так как синтетика не выдерживает высоких температур, которые постоянно будет испытывать на себе наша варежка. Выкройку я взяла в интернете. Очень простая выкройка, варежка. Все 3 слоя я простегиваю ромбами для плотности. Для того, чтобы слои ткани не смещались, я использую верхний транспортер. Он встроен в моей швейной машине. Но его можно приобрести отдельно. Выглядит он вот так. Продолжаю стекать. Вот такое полотно получается. Его надо прогладить с паром, чтобы был более эстетичный вид. Прикладываю выкройку. И вырезаю с припусками на швы. Беру подкладочную ткань и также выкраиваю варежку. Сшиваю детали. Оставляю отверстие для выворачивания примерно 7-8 сантиметров. Теперь задекорирую варежку, пришиваю кружево. Для удобства можно приколоть или приметать кружево. Теперь складываю 2 детали лицом к лицу и сшиваю. Лишнее обрезаю. В нужных местах делаю надсечки. И также на внутренней варежке. Выкраиваю деталь для петельки 4 на 15 сантиметров. Складываю в четверо и сшиваю. Пришиваю петельку к лицевой стороне варежки. Выворачиваю варежку. С
соединяю с подкладочной варежкой лицом к лицу. И пришиваю. Через отверстие выворачиваю. И зашиваю само отверстие. Теперь надо прострочить по кругу, закрепить верх и подкладочную ткань. Но тут небольшой секрет. Толстые места обязательно нужно простучать молотком. И теперь без проблем делаю строчку. Варежка готова. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, и мы вместе еще сошьем много нужных и интересных вещей для нашего дома. Всем пока, до новых встреч!